Здравствуйте, дорогие телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Сегодняшняя тема – во что же мы сеем? Какие контейнеры используем для радости нашей душевной, то есть для наших сеянцев? То, что представлено в торговых сетях, оно просто уже не вмещается даже в голову, да? Разнообразие такое, что, честно сказать, так же, как в семенах, не знаешь, а что же подходит для посева семян культур, и войдут ли они туда, хватит ли им места корневой системе? Ну, давайте попробуем разобраться. В первую очередь, конечно, тот, кто имеет уже достаточно большой опыт для посева растений, во что их сеять? Конечно, вы будете делать так, как вы считаете нужным. Я просто хочу познакомить новичков с тем, что они должны приобрести. Не тратить лишних денег и не купить то, чего не нужно. Сейчас в продаже очень много пластиковых контейнеров. Они все возможные, начиная от очень тонких, практически одноразовых. Это вот так выглядит. Видите, размеры их начинаются с 200 грамм, со 150 грамм и так далее. Они очень легко после употребления вставляются друг в друга и совершенно спокойно хранятся. Использовать их можно, конечно, однозначно. Такой будет хорош для того, чтобы посеять огурчики, тыквы, патиссоны, всякие такие бахчевые культуры. Такие контейнеры, конечно, используются даже для пикировки земляники, и они выдержат как раз до высадки ее. Такие вот контейнеры, вот такие, совсем маленькие, видите, сколько всего объем. Конечно, можно использовать для лобелии, немезии и... Ну, в принципе, даже для бархатцев, потому что высаживаем их достаточно рано, и ничего страшного нет. Но я хочу остановиться на других контейнерах. Вот это контейнер со вкладышем. Внутри, посмотрите, обратите внимание, есть такой квадратик с дырочкой, и он еще и вдавлен в одну сторону, так, чтобы при поступлении, при поливе водой, влага вся собиралась вот и через это отверстие вытекала излишняя влага. Его объем всего 0,5 литров, пол-литра. Ну, конечно, они, конечно, были бы хороши для того, чтобы посадить туда, например, купленную ягоду рассадой, которую продают. Больше ей, в принципе, не потребуется. Но вы умудряетесь сделать все наоборот. Вот в такие маленькие контейнеры вы обязательно запихаете помидор. Нет, мои дорогие, для томата вот он 0,9 контейнер, который бы устроил томата. К высадке корневая система, конечно, будет заполнять весь объем горшка. И, конечно, он немножко маловат. Ну, литр считается нормальным. Но у томата есть одна особенность. Он и на стволе прекрасным образом образует корни. И положив его лежа, мы, конечно, дадим возможность корням этим поработать на растение, чтобы дополнительные корни на стебле тоже образовались. Поэтому предупреждаю сразу, высаженные томаты из таких контейнеров будут долго страдать. И там корневая система сплетется просто не знаю как. Ну, это не самое главное. Вот сейчас пришла пора сеять земляники, петунии, и этим растениям нужно укрытие сверху. Не хотите сеять, как я вам показываю, ну, купите вот такую штучку, заполните ее почвой. Здесь все очень разумно, никакой грязи на подоконнике. Видите, здесь отверстий нет на зеленой части контейнера, но зато сверху есть закрывашка. Видите, вот вам мини-парник, и использовать его очень даже интересно. Я считаю, что в условиях городской квартиры, когда, да, растений много, хочется посеять все, грязи не хочется вовсе, этот парник вас, естественно, спасет. Таких мини-парников есть в разных вариантах. Они есть и квадратные, и на большее количество ячеек. И это очень здорово. Есть контейнер вот такого вот вида. Посмотрите, какие хорошенькие здесь стоят контейнеры, причем они так расположены хорошо, что пятки, видите, они не дают прикасаться вот этой чашке
к дну контейнера. И здесь приподняты отверстия, они как бы, горшки упираются на эти приподнятые штуки. И, естественно, подсасывается воздух. Нету замыкания, не мокнут корни, не гниют. Влага отходит хорошо, и, естественно, даже из этого контейнера вода сюда не вытечет и подоконник вам не испортит. Это тоже важно в условиях городской квартиры. Хочу продолжить эту тему и обратить ваше внимание на такие контейнеры. Вот этот вот контейнер называется «Горшок Роза». Почему «Горшок Роза»? Да потому что розу, которую вы приобретаете в магазинах в семенных, у них очень сильно такой сложенный в несколько раз сложенное корневище. И это корневище надо как-то расположить. Вы же не сможете расположить его ни в одном из этих ни горшков и ни контейнеров уж тем более. Потому что по объему они явно не подходят. И только вот в таких вот контейнерах роза, ее корневище, хорошо уместится. Вот это еще лучше. Я бы, конечно, обратила внимание тех, кто мучается с баклажанами и перцами, на такие горшки. Но вот он был бы покороче и пошире. Вот это было бы очень хорошо. Но посмотрите, в магазинах есть квадратные, очень мягкие, почти вот такого качества квадратные горшки. Они, по-моему, там на 3-4 литра объемом. Вот они очень хороши для баклажан и перцев. Они невысокие, цена у них совершенно незначительная, но они правда хороши. И я вам покажу, когда мы будем пикировать перцы и баклажаны, именно такие контейнеры. Надеюсь, что вы их узнаете. Еще хочу обратить внимание на торфяные контейнеры и стаканчики. Но хочу обратить внимание на торфяные контейнеры и горшки. Вот они здесь представлены. Значит, ну, учитывая, что это все одноразовое, оно, ну, я честно сказать, не знаю, горшки торфяные Белоруссия, что они там прислали из Белоруссии. Считается, что из этого контейнера не надо вытаскивать растения. Можно посадить прямо вместе с ним. И, внимание, новинка. Среди них оказался один просто замечательный горшок, который сделан из кокосовой стружки. Вы с ней уже все знакомы. Кокос растворяется, стружка кокосовая в виде брикета растворяется очень хорошо, и никаких проблем нету с ним. Я надеюсь, что и этот горшочек замечательный. Он кашу, конечно, не сварит, но зато сослужит добрую службу корневой системе любого из ваших растений. Вот не знаю, как это будет после поливки выглядеть, но надеюсь, что хорошо, что этот горшок доживет до высадки и совершенно спокойно будет являться питательной средой для корневой системы и не будет ее ущемлять. И, конечно, от поливки водой он просто в почве разрыхлится, развалится слегка и выпустит корни на волю. Можно использовать всевозможные кассеты, и здесь их тоже представлено очень много для того, чтобы посеять вот в такой контейнер. Ну, это растения должны быть очень и очень низкорослые, и корневая система у них, естественно, очень маленькая. Скорее всего, это используется как поддон, тоже очень удобно для того, чтобы все подоконники остались целы и невредимы. Я надеюсь, что я как-то провела экскурсию среди контейнеров и горшков. Но здесь есть еще одна штучка, которую я вам тоже хочу показать. Посмотрите, какая прелесть! А знаете, для чего они? Конечно, они для тех растений, которые у нас будут расти на улице летом, но осенью, когда будет холодно, мы должны унести их какое-нибудь помещение, где 12-10 градусов плюс, и они там будут зимовать. Это же могут быть и бругмансии, например, да, мои любимые, и колоновидные яблони. Услышьте меня, колоновидные яблони. Здесь очень, это полипропилен, он очень прочный, отверстия здесь нанесены, их великое множество, и здесь тоже, чтобы воздух подсасывался, для того, чтобы отходила влага, здесь вот на дне много сделано отверстий, и это правильно.
но здесь есть ручки, его можно удобно нести. Единственное, что хочу как бы упредить вас, если вы колоновидку посадите в такой, да, в горшок, я не знаю, как контейнер, он очень большой, и литров здесь, мама дорогая, вы должны помнить, что вниз обязательно дренаж. Это даже не обсуждается. Когда вы весной вынесете, теплой весной уже, яблоню на улицу, вы должны сделать, ну, каждый год одно и то же. Убрать часть почвы сантиметров 10-15 и заменить ее на более плодородную. И так из года в год. Дело в том, что у колоновидки совершенно небольшая корневая система. И в этом контейнере абсолютно спокойно колоновидная яблоня может жить и процветать. Причем, если вы ее кронируете, так как делают англичане, кронирование – это обрезание до 40-50 сантиметров верхней части, и у вас будет пушистое, красивое деревце, плодоносящее вот такими вот яблоками. А есть уже и груши, но они называются несколько по-иному, и мы к ним еще вернемся. Ну, я надеюсь, удовлетворила ваше любопытство, и вы теперь знаете, куда и что можно посеять. Не покупайте лишнего. Если у вас есть какие-то посудины, просто посмотрите внимательно, соответствуют ли они тому объему корней, который у этого растения, вами посаженного или посеянного, будет впоследствии до высадки. Ну, а на этом все. Всего доброго вам и до свидания.